программу нашего концерта произведение «Прелюдия для фортепиано номер 3» композитор Никита Чернецов. Исполнение. Thank you.
Thank you.
Я
Thank you.
автор-исполнитель. В репертуаре Сергея песни, романсы не только на собственные стихи, но и на стихи великих русских поэтов. Прозвучат и романсы для голоса и гитары. «Пойдем со мной» не растравляет моей души на стихи Евгения Боротынского и «Милая далекая звезда». Первые два альбома, я сейчас записываю три альбома, четвертый буду записывать скоро. Это так называется «Пойдем со мной». Это старая песня, которую получил я на том фестивале «Парус надежды», свой первый в 98-м году, когда я посвящен был. Акуджави, пойдем. Следующий. Говорят, что я невзгоды не смучу, пускай верят, что в рубашке родился. Но если хочешь знать, насколько я люблю, ты загляни всего лишь раз в мои глаза. Пойдем со мной, я покажу тебе поющий, я подарю тебе живущий в моей душе лесной туман. Пойдем со мной, сама узнаешь, где быть лучше, сама увидишь, что получишь. Все целиком не попало. Я прожил жизнь, не всю пока, но все же больше. Поверь, я знаю цену птичьим голосам. Пускай дни в мирском уюте, дни волочат, мне ж по душе милей проточная вода. Пойдем со мной, я покажу тебе поющий, я подарю тебе живущий в моей душе лесной туман. Пойдем со мной, сама узнаешь, где быть лучше, сама увидишь, что получишь, все целиком не пополам. Я говорю тебе, а ты уже уснул, тебе прикризятся далекие леса. Под чистым небом, опьяняющим лазурь, пускай приснится тот, кого всегда ждала. Пойдем со мной, я покажу тебе поющий, я подарю тебе живущий в моей душе лесной туман. Пойдем со мной, сама узнаешь, где быть лучше, сама увидишь, что получишь, все целиком не попало. Пойдем со мной, я покажу тебе поющий, я подарю тебе живущий в моей душе лесной туман. Пойдем со мной, сама узнаешь, где быть лучше, сама увидишь, что получишь, все целиком и пополам. Я с несколько четверостишей соединил в одно. Так получилось, что у меня песни только на свои стихи, на Боротынского, и еще есть одна композиция по мотивам Сергея Есенина «Черный человек». Ну вот сейчас вот это с ним, я отправил души на стихи Евгения Боротынского. Печали след, судьбы рука запечатлела.
молва. По-прежнему дышу я вами, и надо мной свои права вы не утратили с годами. Другим курю я тьмян, но вас носил все тыни сердца, молился новым образам, но с беспокойством староверца. Я люблю смотреть на звезды в безмолвных небесах, отыскать звезду, которой всех ближе. И не потому, что ярче всех горит она, просто потому, что свет ее вполне нежно дышит. Милая далекая звезда, мы близки не будем никогда. Тысяча космических миров с тобой нас разлучает. И поверить не могу никак, чтоб моей земле издалека свет звезды давно потушен, долетает. А быть может, где-то там, на мною выбранной звезде, славная девчонка не поет свое послание. И с надеждой, что я услышу, обращается ко мне, загадав в ночи завет жила. Милая далекая звезда, мы близки не будем никогда. Тысяча космических миров с тобой нас разлучает. И поверить не могу никак, чтоб моей земле издалека свет звезды давно потушен, долетает. Наши мысли в космосе парят, а душа мается во сне. Тщетно силясь разгадать природу мироздания, для вселенной жизнь такой короткий миг. Все же веришь, что тебе адресована ночи небесная.
вместе мы мечтаем иногда. Пусть тысяча космических миров с тобой нас разлучает, но поверить не могу никак, что в моей земле издалека свет звезды давно потуши долетает.
шикарным сочинением, романсом на стихи Бабешка Виктор. Романс называется «Во мне моим слезам». Исполняет партия фортепиано Виктория Бабешка и студентка Института искусств, Воронежского института искусств Евгения Бабешка. Ночью спать.